Мари, определить я. Ну, это хорошо. Это хорошее занятие, да. Это занятие, знаешь, оно сродни к чему? Оно сродни к чему? А когда художник рисует и очень увлечен, он входит в транс. Это называется трансцендентное состояние. Я кайфую. Вот. Это не только я у художников. Могу много делать. Это не только у художников встречается, но и у борцов. Я сижу, смогу часами. Да. Нервную систему успокаивает. Ты занимаешься очень приятным для себя делом. Это здорово. Я тебя поздравляю. То же самое и к писателям относится. К любому виду.